Центр Екатеринбурга – это здание министерств, это здание с двумя флажками, здание правительства, это самая дорогая гостиница «Хаят». Президентский номер стоит 150 тысяч, а самый дешевый – 15 тысяч в сутки. Это самое высокое здание Екатеринбурга и сеть. Это полностью жилой дом. Желтые клеточки – это драматический театр, главный театр Екатеринбурга. И дальше офисные здания. Вдалеке Макаровский мост шестиполосный. Вот это дорогое-дорогое элитное жилье. Вот то, что белое – это пруд. По нему пешком ходят, не проваливаются. Вот это спортивный комплекс волейбольный. «Динамо» написано, это водные виды спорта. Вот вдалеке небоскреб Высоцкий, плотинка. И вот такая вот красота, вот такой вот камень с дыркой.